Приветствую. Сегодня к нам вот пришла вот такая немаленькая посылочка. И здесь должно быть целых два планшета Chuvi Hi 8 Pro. Как всегда, хорошо упакованы. Ссылочку на продавца оставлю под видео. Вот. Так, Chuvi, Windows, Android. Так, посмотрим, что же есть в коробочке. Сам вот планшет, конечно, внешне от Hi 8 не отличается. Посмотрим, какая у нас комплектация. Инструкция. Ну и здесь вот USB и зарядка. А в Hi 8 был лишь еще OTG кабель. Так, пока включается, давайте посмотрим, какая комплектация у этого. В принципе, должно быть тоже. Мы посмотрим. Вот. Дизайн такой же, как у Hi 8. Включим его. Комплектация. Та же макулатура. Та же макулатура, та же зарядка и USB кабели. Так, давайте вот посмотрим, что у нас здесь. Не знаю, для чего вот так сделали, что комплектация отличается. А, ребята. Вау. Еще отличие нашел. Вот. Отличие. Что хочу сказать. Вот, посмотрите.
Видите, какой уже у нас разъем. Это не микро USB. Вот это отличие. То есть планшет уже будет подключаться через вот этот разъем, который вставляется той и той стороной. Но это, видимо, по всему HDMI. А HDMI у Hi 8 не было. Вот этого уже есть HDMI. HDMI и вот такой вот стандарт кабеля. Ну что ж, разница все же есть. Есть все же разница. Комплектация вот такая вот у нас. Это идет первый запуск этих планшетов. Также посмотрим. Да, есть. Есть пленочка наклеена под этой транспортировочной. Здесь, наверное, микрофон. Здесь на флешку. Камера должна быть здесь, 2 мегапикселя. И здесь. Очень долго запускается на Windows в первый раз. Но ничего не поделаешь, нужно подождать. Спустя 5 минут, может больше, планшет на Windows запустился, как той, так и той запустился. Здесь вот обновлен уже до 10 Windows планшет. Здесь вот можно переключиться на Android с помощью этой иконки. Так, на этом планшете я переключился с помощью этой иконки. Вот. Здесь вот видим модель Hi 8 Pro, версия Android 5.1. Итак, ребята, давайте выясним, какая разница между Hi 8 Pro и Hi 8. Итак, первая разница, когда же распаковываете эти два планшета, это комплектация. И здесь у нас кабель USB и зарядка. В Hi 8 же есть еще OTG кабель. Далее разница камера. Здесь камера передняя 2 мегапикселя. В Hi 8 0.3. Далее процессор. Процессор здесь стоит Intel Cherry, он помощнее. Ну и графический процессор также здесь получше стоит. Что еще? Ну, конечно же, вот микро USB здесь уже нет. Здесь уже новый стандарт. По дизайну все тот же Hi 8, без изменений. Только изменения коснулись начиночки, так сказать. Ну и все, конечно же. Здесь 10 Windows также. И Android 5.1. Ну и на этом все. Если будут какие-то вопросы, прошу писать в комментарии. Ссылочку на эти планшеты на проверенного продавца я оставлю также в описании. Ну и, конечно, если это видео было полезным для вас, ставим лайки, не забываем подписаться, если еще не подписаны. Ну и до следующих распаковок. Всем спасибо за просмотр. Пока!